Всем приятной жизни, с вами психиатр, и мы продолжаем играть в Plants vs. Zombies 2. Так, как вы помните, мы открыли Техас, или как он там, Дикий Запад. Давайте для начала сыграем в пинату пати. Так, посмотрим, что здесь. Ой, я не знаю, что это за хрень и что она делает. Так, я так думаю, она стреляет. Стреляешь? Да, она стреляет. Ух ты ж ё! Она с одного удара выносит. Или нет? Что-то я нифига не понял. Она как-то то с одного, то она вообще урон не наносит. Не понял я. До конца. Так, тут какой-то спинорез не отвечал. По-моему, это спинорез. Такая себе штучка. Это, я так понимаю, ко дню Святого Валентина будет. Наверное, платное какое-то растение очередное. Оно может с одного удара вынести. Мне это нравится. Только непонятно, по какому принципу оно работает. Вообще не понял. То оно вообще урона не наносит. То прям убивает. С одного выстрела. Так, ну давайте вот типа так и нарейки посадим, например. Какие-то еще что ли? Цифровые. Ну вы чё, теперь перестали убивать всех? Какие? Давайте всех с одного выстрела. Мочите. Так, давайте сюда еще посадим. А, сценарийки прожирают, прожрали! Блин, я не могу еще раз сходить там. Да хрень. Там какая-то фигня осталась у него. Я теперь не могу ничего сажать там. Супер. Значит, такие сценарийки нужны. Потухли немного, что быстро. Да ладно. Дали. А, вот, они респаунятся. Понятно, понятно. Блин, ну чё они так плавают? О. Пошло дело. Бля, это как-то шариками что ли прикрывается? Хотя нет. Так, ну нормально, достаточно легкая была пинат-пати, так я и не понял, по какому принципу они стреляют. Ну то вот вообще ничего, а то убивают с одного выстрела. Как-то странно. Кстати, сценарийки прикольные, которые респаунятся вот такие вот. Мне нравится. У нас, кстати, даже все эти целые, все бусты. Так, ну и... Давайте откроем третьих. О, дали нам костюмчик, 250 монет и растения. Ну, так себе фигня. Выпала фигня. Так, ну я так понимаю, это растение можно покупать. Так, неплохое, в принципе. Вопрос, сколько оно стоит в солнышках? Ну, если бы вот так я с ним играл.
То не знаю, брал бы я его или нет, конечно. Как-то странно стреляет, как кукурузка, то бывает маслом. Ну, то есть сильно там замораживает, да? То, блин, этими стреляет зернышками. И вообще нифига. Так, почему нас кинуло на пиратов, непонятно, мы их уже прошли. Давайте попробуем Wild West. Да. Так, давайте начнем первый уровень. Посмотрим, что там. Как правило, он будет... Они бывают простыми. И... Так. Блин, что-то долго стали эти крутиться. Да, это я уже знаю, это фигня, ее можно передвигать. Очень удобно, кстати. Блин, почему нет кнопки ускорить? Все долго ждать. Так, ну давайте все брать как обычно. Единственное, что... Уже не как обычно, точнее, уже новый рецепт я буду брать немного по-другому. Так, мне нужна вот эта хрень. Вот эту я возьму. Да, в принципе, вначале вообще ничего не надо. Эта хрень, видите, она остается бесполезной. Тут скидывать в море некуда. Это как вот с этим. Только там. Но тут она хотя бы бесплатная, а тут, блин, еще денег стоит. Получается, это самое бесполезное растение, на мой взгляд. Так, ладно, что мы еще возьмем? Ну, давайте минку вон возьмем. Давно я ее не брал. Вообще, вот на такие штуки нужно сажать обычно что-нибудь мощное. Например, пушечку. И передвигать ее по всему полю и стрелять из нее. Это реально клево. Так, давайте подморозим. А, у нас нет хрень. Зачем мне минка? А, ну это второго зомба. Хотя мы его и так убьем. Так, ну ладно, давайте тогда отстраиваться. Можно его подморозить. Давайте тут пока стрелять. Так, где-то вот здесь у меня будут стоять. Так. Поэтому давайте где-то вот тут вот сажать такие эти драконы. Так, давайте еще одного посадим. Вот этот начал жрать. Это вот ты должен убить. Да. Так, дайте его подморозить, пока он не вылез. Так, тебе нужно так, тебе нужно так. Здесь нужно вот так. Так, нормально, нормально. Ой. Я рамку случайно задел. Так, сейчас. Давайте вот сюда, например. Да.
Так, здесь можно колючку, например, посадить. Так, давайте второй ряд. Так, сюда колючку. Так, снаряд. Дракон. Нормально, нормально. Дайте я вот так сделаю. Что-то солнца нету. Он сразу подходил. Так, последнее колечко. Дракон. Так, последний стенорез. Последний дракон. Ну вот, все нормально. В принципе. Попрошу на ему. Кстати, непонятно, как тут Минка может расти. Ладно, еще вот это там сверху сидит. А Минка, он как бы в земле закончил. Не со стыковочка вышла. Так, ну давайте ускорим. Превосходно. Дали нам новый горох стрел. Кстати, тоже относительно бесполезное растение. Ну как бесполезное? Тут, по-моему, будет. А, да, тут зомб, который это перепрыгивает назад. Вот против него этот горох стрел нормально пойдет. Вот, ну так он, по сути, ну, в остальных-то уровнях я его, по-моему, и не использовал. Ну, может быть, там на пенатках пати. Ну, в общем, где-то его, может, дают. Где-то он может зайти. Ну, так, особо ничего особенного. Но прикол в том, что в обратную сторону он стреляет двумя этими горошинами. Вот это плюс. Так, ну, давайте, что, вот, вот, против вот этих мы его возьмем. Так, ну давайте пожертвуем заморозкой, например. Так, а что мы еще взяли? Вот так давайте возьмем. Минку мне не надо, по сути. Ну, давайте пушку, что ли, возьмем. Есть это хоть? А, тут нет, тут две таких. Ну тогда ладно. Хотя можно две посадить пушечки. Вот, подсолнухи я буду вот тут сажать, пожалуй. Потом вам скажу, почему. Так, он где-то тут, наверное. Блин, надо было все-таки заморозку взять. Мир вместо колючки. Хотя, давайте вот так сделаем. Нормуль. Блин, правда мы нет, не отстраиваем подсолнухи. Нет, так дело не пойдет. Ну блин, подсолнух твою мать, ты дашь солнце сегодня или нет? Ты сука. Ну, дуй. Блин, пипец. Краю с одним подсолнухом. Что за хрень? Что он сюда дает? Чего
почему эта хрень не убила? Да ты сучка! Блин, дайте я заново начну, я начал фигово. Неправильно начал. Все не так пошло. Ничего страшного. Так, давайте так. Надо сначала подсолнухи посадить. А я, блин, начал это сразу обороняться. Блин, и опять я не взял ничего этого, чтобы их замедлять вначале. Ну, ёпта. Давайте вот так. Так. Так, только не жри. Не жри, сучка. Так. Ну вот, сейчас другое дело. Сейчас у нас три этих подсолнуха. Вот, теперь четыре. Так, замечательно. Давайте вот тут вот усилимся. Так, давайте вот так вот. Да блин, какого чёрта? Нет. Почему дракон не убил? Как-то не идет вообще. Да эта хрень еще врет. Давайте. Так. Ну блин. Так, давайте вот тут подходим. Так, спокойно. Эй, зараз. Что-то слишком наглый. Так, на тебе. Так, сюда дракон нужен. Thank you.
говно. Ага, мне блин, ага. Блин, ну как ты не сожрал? Не убил. Я, блин, для чего тебя проходил, а? Твою ж мать, ты дегенерация. Так, все, короче, прошли мы ужин. Замечательно. Дали нам подарок, давайте посмотрим, что в нем. Так, новый костюм, ой, для этой фигни. Так, ладненько, я тогда на этом, пожалуй, этот выпуск и закончу. Большущее вам спасибо за то, что посмотрели. Подписывайтесь на мой канал, получайте удовольствие от жизни. С вами был Психиатр.